Ну, поищем здесь теперь, да? Собственно, что мы будем искать? Мы возьмем, поищем драматическое лицо в основе своей, поищем гаминные глаза или близкие. К ним. Ну вот я бы остановилась, пока вот из всего того, что я посмотрела, остановилась бы на вот этом варианте. Здесь губы не идеально, потому что у Ларсена есть вот рисунки, которые больше подходят такому варианту губ. Но здесь что мы видим? Здесь как раз микс более миндалевидный, но с крупным веком. Гаминная бровь, не длинный, аккуратненький носик, да. Ну, единственное, здесь более тяжелый подбородок. Вот это, конечно, я бы поправила. Вот. Ну, собственно, вот как-то так. Да, остальные, наверное, будут уже дальше от нашей героини.